Так, это у нас одиннадцатое декабря. Что-то я потерялся вообще во времени. 11 декабря, 17:18 по Киеву, в Харькове. Это Юпитер и Сатурн. Готовятся спрятаться за горизонты облака. Совсем плохо солнечность у нас стала, вот просвет появился, совсем небольшой. Дичайший ветер. Юпитер натурально прячется за облаком. Очень низко над горизонтом. Ну, совсем мутненько видно какие-то спутники. К сожалению, когда село солнце, и были выше над горизонтом Сатурн и Юпитер. Было очень облачно в Харькове. Сплошная облачность. Не дала нам снять более высокое расположение Юпитера, Сатурна. Это облачность, ну вот. Даже колец не видно. Сатурн за этой дымкой. Ну и резко все тут играться бесполезно. Просто фиксация. Видно по эллипсу, что это Сатурн. Эллипсу колец. Да, и к сожалению, чем ближе к 21 числу, тем в Харькове большую облачность обещают. Ну, то есть сплошную, больше, чем сплошная, придумать тяжело. Да, и опять кран, уже другой кран, а то я вчера выкладывал фотографии. Башенный экран между Юпитером и Сатурном. Меня в фотошопе обвинили. Конечно, это не фотошоп. Просто очень близко сейчас Сатурн и Юпитер. Не знаю, будет ли видно на экране приближение Юпитера к башенному крану. Звучит как заголовок предапокалиптического катаклизма.
Юпитер приближается к башенному крану. Бёх. Да, ну и уже и облачками накрывает Юпитер. К сожалению, это, наверное, все. На 11 декабря 2020 год, 17:23. По Киеву, Харькову.